Чулзем, чулзем, чулда чунлу бульжал. Чулунда хэйн хыбары пурах пуль. Ахальденем кашнеях чак чулзене сэртэнме дырышать. Панхи гундан аваллыха алы дызать. Теп хули вырыненче, адыл херренче, хальхи пылхар ялыларад. Шав хулан бар ринчи байне, дери давра тыпра губаласа туны теп балба жиреплетнемен. Ун хыжинче, айкизенчен вазем хыбартса, каназем жавза жиреплетне пэчэ хула бушланад. Пылхарын ку байынче, авалхи чул журцен ижылжегезем чылай упранза юлны. Элі кунда шардыны, аристократсен бурынны. Хулан теп байы хыжинче, терле алысты зембе судышсен кілі шүрджі бұлны. Вұнымыш өмірін икіміш шүрринче, адылжи бұлхар патшалы хинче хулазенче, алысталы хібе суду үлі вейлі жеклензе гайны. Араб географи Масуди шырнадырых, бұлхарзем көршілі бұрынаган халықсене бұрнеде хыне пұғындарны аслы, хыватлы, хыюлы халық бұлны. Василий Каховский, Чывашсем кінегерен. Суверенлы тудаштанра палатка зэнчэн дергелене пэчэк чываш хулы хэйн ялавэбе аякранах курунзаларад. Эй, Тимирда, ага, ерик парзам. Саваплы пылгар жэрне, пылгар дуррызэне тадуза чүгіртерет бэр. Пылгарда такаба чүгтывасы елана кэнея бала. Пигамбардан чудуна илэп бэр. Аслы дура. Пылгар. Дурине парни не отбирай. Кайргунда. Ирик парзам. Кайргунда, короче. Утламелі вұрындалар наранжы, етла пуян башалық пұл наранжы, былғар жыржуіне малдан вұрыс феодализем, ондан тудар монголзем чашчазақ вұршыба дабынашы. Мұнашлада вұйлы былғар шақ шабы жүзенче хавжазақ бұрад.
Инде икшер вадырул тұмышылда, Чингисхан мұнуге Батухан, Адылши пұлғар батшалықне хиріш воржы бұштаза ярад. Пинде икшер вадырулты, пұлғарда ингек, пұлғара шич юд шаратры тебе еребе. Пинде икшер вадырулты, ежіл бақчана шавра жел келзет устарчы, витры тузанба. Пинде икшер вадырулты, пұр жердеде юн, паяндан чываш, кіл жұртсыр, толық туратпек. Пинде икшер вадырулты, ежіл хунавзем, тінжеш сивенне кіл видер, кілчеш тенчене. Пинде икшер вадырулты, шул юппи малда, чываш учи шумыры видер, мал Аллах юрдать. Унда гильнизенчен, кашне хэймэн жыраныне, хэйн кэмэль шэррине, чываш тэнчине тупрах пулі. Нынжэн дезэн кунда бурде бэрді левбе гильні, малаш лыға утма иртніне бэльмэлле. Хэтмэлле шуртта нигэс сэрі жылет, эдемеде шэржінче бурынма нигэс кирлі. Бірін нигэс вол, халық історія, унын культурі. Гамада узал сун маспар, ага вой пирн менре. Ибир ыры халых, пирн ыры гамылан умаджухне, пирн ташманзем, пире узал сун аганзем, вой зырлых вырне хураща, щек женажаща вазем. Ыры гамыл, ырылых, нихшанда вой зырлых пулман, узал бы деть, анжахта ыры шиндереть. Шапламариха, шаплавить хадаваным зем. Ибо паян зире, шаплабулдар, шаплабулатье, пире узал сун аганзем, пирн ташманзем, пирден малдан падеща. Ибир юлат пар. Пире узал сун аганзем, пирн ташманзем, чельхи, тапрензе, келлензе гаят. Чаваш чельхи юрат. Юлат. Пирн ташманзем, пире узал сун аганзем, юрризем янарама брахаща. Чаваш юрри. Шак шерчам рэжинче, малашнеде, жанры. Еп самохран кунберди и кален местап. Еп паянзире, шак савапла шерчинче, чаважан. Чаваш ирыклых жен, эшлене, керешне, вахыцар серегене жинзине, аза илме, уйдашында, пыр замантлыха, шоплан задыма, уйдашын. Шоплых кылайчы, чынлых саманчы, тупсым саманчы. Былгар жері чуна былгадать. Яхнезель яхраве чуна выбарать, шаныш күрдеть. Мнашлығымыр ижылчы кезем, ижылчы ксенін айынче черем ірзем, ижылчы ксенін айынче шабам ірзем. Хушсасын, хушлаща чунатсем, ижылчы ксенін айынче вежевімір, вежес теллевімір. Паяны бір калек сирымбада эдахаль калачызын бегелестерімір. Калачыва был ахальмар хайынде. Чываш республики шитме велик чулдылдарад. Адал жибылхар, пинде шыр жул. Адерха апла сирымбе бірле, аваллыға, аслы былхара, пюлере, сывара житсы гурар. Пире, онда житсы гурма булжаган, ерце жүрегене, Михаил Николаевич Юхмавылы. Үрегас булдар, хизеплет узымзем. Пидех вас, калей,
Сенгере кранын етірза, кашнете ваш тілінегім ем. Михал Павлович тірі скаларын дем. Бірлес үрер, әттен шуғышлама лайық, иткен бара сүл жүреме лайық десе. Адя, қайрымыр, Михал Павлович. Қайрымыр. Это было большое государство, одна граница, например, западная доходила до реки Оки, восточная граница доходила до реки Белой, северная граница простиралась от реки Миша и Казанки, а южная граница доходила до гор Жигулей. Это государство, государство городов. В настоящее время открыто 147 больших городов. Здесь была, значит, канализация, теплопроводы, водопроводы. Значит, далее здесь серьезное внимание обращалось на образование. В X веке уже во всех селах даже были средние школы, медресе. Сюда приезжали все, старались приезжать все ученые, писатели. Далее со своими товарами приходили со всех государств того мира, останавливались здесь, значит, около, значит, столицы, было специальное место, так называемый Ага-базар. И здесь, когда не было большой Волги, было, значит, здесь слобода разных народов, например, купцов, ремесленников, еще раз подчеркиваю, со всех государств того мира. Таким образом, этот город гремел ремесленниками, студентами и купцами. Здесь были большие строения, например, храмы армянские, русские церкви, мусульманские мечети. Народ простанет такое терпимое, уважительное отношение ко всем нациям.